Ксения Александровна. Я не понял.
было видно. Поменяли, но... Опа, а, все правильно. Снимается только здесь. Смотрите, чтобы не упали эти самые.
Все так же делаем. Оп, видишь?
Thank you.
пошли, попрыгали, сейчас будете делать еще говорить. Так. Нет, делайте, делайте, делайте. Делайте. Я вот здесь.
Стоп! Стоп, не набиваем, не отрубим. Нет, что, надо наказывать, что ли? Еще раз, вот ракетка. Вот один палец, второй, вот этими пальцами держим. Вот тут. Не так держим, а вот этими двумя. А это сбоку. Это так, это так. Так или так. Еще раз. Не так удобно, когда ты будешь играть в теннис, ты мяч все время будет сюда попадать. Удобно в туалет, когда тебе брюки не снимать. Встали. Пошли набиваем. Нет, я сказал вот так. Берешь этот пальчик сбоку, вот здесь. Вот так? Да. Пошли. Пошли. Сейчас вы будете мне показывать, как вы набиваете. Нет, ну умеете. Не ходим, не ходим, стоим на месте. Каталка показала, как вы прыгаете. Прыгайте хорошо, сил нет. Олесь, зачем надо было бить, если мячик далеко уходит? Подни его, встань. Еще держи, пожалуйста. Беатрича, встань на место. Беатрича. Иди сюда. Следующее упражнение. Не можете 100 раз, не надо, делайте 20 раз. Следующее
Зато потом, когда дочка выигрывала такой большой теннис, ну теннис такой подпадает, мягкий еще. У моих пацанов, которые взрослые, мне приятно было, а они так бегали, ругались, потом борцы не любят проигрывать. Вы поняли, как мы набиваем? Значит, набивайте так, не можете 100 раз, набейте до вот здесь. До вот здесь. До вот здесь. Вот я в воскресенье играю в часик. Настольный теннис, весь мокрый. Сегодня вот надо посмотреть. Хотели они тоже собраться. Встали. Пошли. Можно мяч? Пожалуйста. Так, и осталось минуты, я проверяю. Мячик, ракетка и вы, а сюда ушли, сели, ушли, ракетками, ушли, а сюда так, Руслан, Аиш, Беатрича, туда, Олеся, туда, ко мне, нам, лицом к тренера. Вот, посмотрите, умница, Олеся. Поехали! Да. Ниже Кумена. Цени. Цени. Молодец. Значит, еще играет здесь Борька, Аделина, еще девочки. Бегут. Бегут прямо по ковру. Нельзя бежать там где-то. Обязательно нужно обойти. Это техника безопасности. Нужно обойти. Есть кто-то, нет кто-то. Обойти и сделать. Итак, считаем вслух. Осутывай. Слух считаем. Приготовили? У вас минута. Аджимен. Лицом ко мне. Продолжаем. Упал. Берем на середину и продолжаем.